И забавная сценка в Лондоне. Снимали политику, получилось в мире животных. Лиса попала в объективы телекамер возле резиденции британского премьера. Журналисты спорили потом, что в зубах, небольшая утка или очень упитанный голубь. Но сейчас не об этом. Смотрите, как лиса держится в большом городе. Испугалась только лондонского автобуса. И то ненадолго. На самом деле, животные в столице водятся не один год, поставляя новости для местных репортеров. В английском языке даже появилось выражение «городской лис». Такие потомки тех, кто пережил уже забытую традицию лисьей охоты.